Свое существование завод начал год назад. За это время его руководство уже успело узнать, насколько непросто держаться на плаву в условиях современного рынка. Но несмотря на небольшие объемы производства, им удается выглядеть достойно. Об этом говорят и потребители, и конкуренты. Выигрывают за счет своих технологий, качества продукции и древней чешской рецептуры, достать которую было непросто, но все же удалось. Наша задача не только заработать деньги, скажем, и основным, наверное, является внедрить в Беларуси именно традицию, пивную традицию, вот пивоварение, ведь это у нас рецепты очень древние, передано нам из Чешской Республики, поскольку и сырье мы поставляем оттуда. Пивной завод «Бау Пиво» находится недалеко от Бреста. Предприятие, выпускающее непастеризованное, нефильтрованное пиво, так называемое «живое», является единственным в республике. Чтобы готовить такой продукт, необходимо иметь качественное оборудование. На заводе «Бау Пиво» оно имеется. Основную сложную работу здесь выполняет компьютер, поэтому и штат сотрудников достаточно небольшой. Важным звеном в производстве является химико-технический контроль. Лаборатория должна анализировать, а технолог учитывать качество сырья, контролировать и регулировать ход технологического процесса приготовления пива. Работа интересная, приятная. Ну, процесс очень трудоемкий. Вот, нужно делать и следить за каждым моментом, чтобы пиво не испортилось. До варки мы обычно подготавливаем чаны, все очень хорошо моется, вот, дезинфекция проходит. Затем непосредственно самоварка – это дробление солода, вот, смешивание разных сортов, идет варка затем, фильтрация, ну, в конце добавляется хмель, вот, и, ну и в конце пиво охлаждается и идет в холодильник на полную готовность. Сейчас на заводе производят 4 сорта пива – 2 светлых и 2 темных. Совсем недавно появился новый сорт – «Эль». Технология его приготовления достаточно специфическая и требует большого количества разных видов солодов и хмелей. В погоне за качеством и вкусом на заводе «Бау Пиво» грамотно соблюдают все требования и рецептуры. Площади нашего завода позволяют нам увеличить мощности в 2 раза, что мы и планируем сделать. Я думаю, что к концу года будет более понятно, потому что 1 год – это не показатель. Объемы производства пивного завода «Бау Пиво» позволяют варить 100 тысяч литров пива в год. Продукция поставляется по всей республике и привлекает все большее количество ценителей пенного напитка.